Прошло пару часов, уже стемнело, и нужно двигаться дальше. Я вижу, какие-то есть горы, можно подняться в горы, найти место, где переночевать и утром продолжить свой путь. Так, у нас есть фонарик, у нас всего 6 патронов на сигнальный пистолет. Но, надеюсь, нам не придется воспользоваться им против диких животных. Хорошо, будем подниматься наверх уже. Нужно подняться повыше и осмотреться. Какой-то плакат «Осторожно, зомби». Это, видимо, чья-то шутка просто. Но мне кажется, даже написано кровью. Ох, жесть. Хорошо, не будем обращать внимания, как-то не очень удачная шутка, особенно в такое время суток. И у нас реально, что ли, зомби подходит? Весь в крови. Ух, там еще ребят. Их, походу, очень много. Это, походу, реально... Что за чертовщина здесь происходит? Хорошо, всего лишь 6 патронов у нас, даже не знаю, в кого первого. Хорошо, бежим отсюда. Бежим подальше уже, можно сразу группу даже. Но мне кажется, это не зомби. Это просто чья-то шутка. Не очень удачная. Хорошо, поднимаемся уже наверх. Нужно найти, где можно перекусить и где переночевать. А уже утром, конечно, мы разберемся, что здесь происходит. И нужно найти уже людей, кого можно опросить. У нас реально такой густой лес. На диких животных я даже и не вижу. Как даже очень подозрительно. Очень тяжелый подъемчик. В такую крутую горку. И вижу даже, как есть какая-то постройка. Можно пойти уже к этой постройке и посмотреть. Тут реально у нас очень густой лес, но никаких диких животных туда и даже не видно. Хорошо, поднимаемся наверх уже. Так, походу летит где-то самолет. Но из-за туманности даже ничего не видно. Так, хорошо, подойдем чуть ближе к постройке, осмотримся. Надеюсь, там у нас не будет зомби и сможем переночевать уже. Какая даже есть вышка, можно пойти на вышку. Хорошо, не стоит далеко идти, но уже подойдем к постройке и посмотрим, что у нас там есть. Только горы, лес и никаких даже диких животных, подозрительно. У нас всего 4 патрона, и у нас даже больше ничего нет, никакого оружия. Да, есть какая-то вышка наверху. Хорошо, возьмем фонарик. Он довольно хорошо освещает. Тут у нас никого нету. За мной тоже никого нету. Ну, пока что довольно тихо. Так, есть какая-то лестница, можно подняться наверх уже и там уже осмотреться. Хотя можно даже и переночевать там. Да, здесь только один подъем и можно даже переночевать. Здесь у нас даже никого нет. Хорошо, переночуем здесь, уже перекусим и продолжим свой путь утром. Уже наступило утро и можно осмотреться. Очень много ходят зомби и очень много разрушенных машин. И тут приехали какие-то ребята перестрелки. Прибежало очень много зомби. У нас есть труп. Так, можно бейсбольную биту забрать. У нас теперь есть оружие ближнего боя. И всего лишь один патрон сигнальной ракеты. Там ребята у нас реально какие-то с оружием. Ох, жесть, сколько зомби набежали. Они нашумели. Так, вижу, у нас подходит к нам. Нужно спускаться и попытаться все-таки кого-то убить, забрать оружие и подняться уже в горы, к самой антенне. Так, ну что, нужно аккуратненько подбежать. О, хороший выстрел. У нас больше нет патронов и у нас есть бейсбольная бита, всего лишь 2 зомби. Походу просто ее взяли и добили. Ох, какие безжалостные. Так, есть дробовичок. Так, идем мы заберем. И у нас, в принципе, есть уже, ох, практически 100 патронов. 90, 88 патронов. Так, секундочку, кто-то нас пытается... Прям прикладом и добьем. Ух ты, да. Это, походу, реально какие-то зомби-то.
зараженные. Хорошо, у нас есть антенна в горах, нужно подняться к ней уже, найти... Ух! Походу, какие-то браконьеры. Либо кто такие? Выжившие? Походу, просто сошли с ума. Нужно уходить, слишком много зомби. Хорошо, будем подниматься в горы. Нужно все-таки убежать отсюда подальше. В принципе, у них есть даже патроны, кого мы убили. Но там слишком много зомби, к нам бегут уже. Хорошо, бежим подальше отсюда. Довольно тяжелый подъемчик. Мне кажется, мы оторвались. Так, есть какая-то антенна в горах. Нужно где-то вот эти проверить и найти уже выживших. К ним присоединиться, конечно. Пока что довольно спокойно и тихо. Нужно по-тихому убивать зомби, чтобы не привлекать себе внимание. Так, где какой-то дымок, можно дело проверить. И у нас какая-то даже постройка здесь, типа деревушки. Конечно, можно залезть, хотя даже не вижу никакой двери. Но можно, конечно, и проверить. И антенна, кажется, подключена прям к этой деревушке. Мне кажется, я вижу какие-то дикие животные прямо на дороге. Так, хорошо, мы, наверное, посмотрим, что у нас тут происходит, и можно ли попасть вовнутрь, либо нельзя. Но стена очень высокая. Хотя можно сделать круг уже и прямо сам антенне подойти. Хорошо, спускаемся чуть ниже. Дикие животные. Нужно как-то их спугнуть, что ли? Надеюсь, они не будут нас атаковать. И походу у нас какие-то тигры. Ух ты, да, тигры. Пускай убегают подальше. Конечно, шумели. Да, у нас есть какая-то деревушка, но попасть сюда, видимо, я не смогу. Прибежало снова много зомби. Хорошо, уходим отсюда. Слишком много шумим и прибегает сразу зомби. Так, вот наша антенна. Подняться мы не сможем. Ух, придется убежать отсюда. Но мы, в принципе, сможем уже и скрыться. Надеюсь, не умеет перевозить. Он просто прошел мимо. Там еще сверху. Придется-таки убежать уже отсюда и продолжить уже свой путь дальше. Вот тут зомби уже не сможет преодолеть. И мы, в принципе, убежали. Так, хорошо, посмотрим, что у нас тут есть. У нас, ох, какие горы. Масштабные горы, но не вижу никаких построек. И дикие животные все-таки здесь присутствуют. Хорошо, найдем другую уже деревушку. И посмотрим, что здесь происходит. Так, можно здесь пройти, наверное. Падать отсюда будет довольно высоко. Ни одна из этих машин, походу, не заведется. Так, можно еще выше подняться?